Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить Персону 5 Рояль. Оу. Тень Моргана. Что, ему что-то приснилось? Мы легли спать сразу же после нашей пляжной тусовки. Внезапно начался... Это кошмар, приснился котику. Все переживает, что его там ждет впереди. Ну, не хочет ему пока говорить, что именно его там беспокоит. Как ты думаешь, что ты будешь делать, если я превращусь в какую-нибудь странную штуку? Это вроде не очень будет меня беспокоить. Будет ли это в порядке, если я останусь с фантомными ворами? Мы же с тобой здесь заключили сделку, правда? Значит, я что, я могу остаться здесь, правильно? Конечно. Не забудь об этом. Котик переживает сильно-сильно. Так, 7-й ранг. Уже скоро. Скоро будет 10-й. Последний день каникул. Что, мы решили позаниматься? Не могу поверить, что вы даже не притронулись к своей домашней работе. Может, вам сделать перерыв? これは買い出し行ってくるから少しだけ。こちらのクラブチームでは積極的なスポーツ科学の導入が行われトレーニングプログラムに研究所の意見を取り入れるなど。そういえばさ、うちでもスポーツでちょっと話題になった子いたよね。スポーツ？身体操。そうそう、すっごい可愛い。 あいつ確か夏の大会。ああ。誠。ああ。うん。この前学校に行ったときに、たまたま先生吉沢さん大会の結果あんまり良くなかった。よくしょにグワッカ。期待する声結構あったみたいだし、本人も辛いよね。ええ、ちじょうはもうすでに、ダイヤが、ずっと、にいよ、результатов。 身体操の大会ってもう辛いだろうけど、そっちで結果出せりゃ。あ、それなんだけどさ。あ、それなんだけどさ。実はさ、夏休み入る前、三島君と偶然会ったんだけど。え、と、что случилось с Мишимой？え、а что с ним？Он выглядел очень злым。学校の裏サイトの書き込み見せてくれたの。Он увидел на подпольном сайте о нашей школе。 Школа хочет избавиться от некоторых почетных студентов, кто не заставляет школу выглядеть лучше. А если они хотят выгнать Ешизаву? После Камашиды школа пытается всеми силами сохранить лицо.
新しい学校の顔を作ろうとしてたってだから今回の結果で期待のホープに勝手に目をつけて結果が出ないと分かったらポイ捨てか。Они возлагают все свои надежды на атлетов, если они их не оправдывают, то атлетов выкидывают в мусорку, так? Ужасно. Как мы и придумали, куча говна вокруг в этом обществе. Может, мы наконец... разберемся, мы же знаем, что у нее есть персона, мы в выступлении это встречали, может теперь будет наконец повод пробудить. Ой. Так, что мы будем делать вечером? Единственный еще один юзер метаверса, может быть, как раз таки тот, кто убил мою маму. Я собираюсь найти их, во что бы это ни стоило мне. Так, мы можем потусить с Аджира и с гадалкой. Ну, наша связь не скоро укрепится, но все равно давайте затусим с ним. Почему бы и нет? Может, он нас научит чему-нибудь новому. Ну, наша связь вот скоро укрепится, следующий заход уже полезно. Я думал, она сейчас Игорь опять вызовет на разговор. О, уроки начинаются. Что там случилось? Эй, мы надо хирмечь куини игзо. Мы втроем идем на ланч. О, вы хотите, чтобы я пошел с вами? О, как это мило. Мы принесем немного суши домой. Все он хочет. Это очень вкусно. Так быстро ела, что аж подавилась. Так, ちょっと便所行って。大将。はいよ。
中学の入学祝いでお母さんと総次郎とお寿司を食べに来たことがあるんだ。Когда я ходил в среднюю школу, моя мама и Саджиро брали меня кушать суши для того, чтобы отпраздновать. Суши были хороши. Я надеюсь, что мы втроем еще так сделаем. Сто двадцать тысяч йен. Суши より無理そうだね. Ну, или нет. О кайри, матте. А? Аре? Суши. そういうことかよ. У Саджиро не хватило денег. Рамен шоп. Ахинабу. Конечно, пойдемте с ней. Акихабара не генчуготе. Коре. Нам надо поторопиться в Акинабу и встретиться с ней. То есть она нам вот новое место показала. О. Футаба плачет. Я думала, что я победила свои страхи после пляжа. Здесь не было никого, кого я знаю, я запаниковала. Я думал, мое сердце вырвется из груди. Я чувствую себя спокойно, когда ты так близко. Ты в порядке? Даже не могла купить сама себе игру, это провал. А, но мне комфортно снаружи, если рядом мы находимся. Может быть, в этом есть какой-то смысл? Пожалуйста, будь моим ключевым предметом. Это сделка. А, ну вот и Футаба стала нашим конфидантом. Именно в этот момент. Мы были впечатлены технологическими скиллами фантомных воров. Это было бы невозможно, если бы у вас не был скилловый хакер. Кто это? Интересно, кто ее персона? Гермит. О, шанс, что она будет кастовать кажу, чтобы это ни было. Или она будет хилить в течение битвы. Но она же наш саппорт. Все на время от времени будет прикастовывать что-то без нашего вмешательства. Я думаю, чем больше и выше ранг, тем круче всякое она будет творить. Что нам надо уделить в Футабе очень много внимания.
で泣きわめ。必須アイテムが手に入ったが、必須アイテム。おかえり。秋葉。本当か。うん。その調子で高校にも行けるようになりゃ。言うことねえんだが。может ты в старшую школу сможешь пойти？まあ、そ人の多いとこ行って疲れただろう。じゃあ俺らか。Больше 60% одобряет людей фантомных воров. Ну, это определенно благодаря Футабе. Миджет был повержен. Это вдохновляет. Ужасный день. Суши не предоставили. О, нам еще реквест дали. Да, нам надо было бы в Мементо сходить. Он же там что-то там давал, а я забыл об этом. Так, а... реквесты... Так, у них есть имя. А, ну у них есть имя, им надо просто пойти и разобраться с ним. А вот здесь надо попытаться будет, когда устроиться на работу в этот трансбар. Что будем делать? Мы можем что-нибудь сделать? Да, давайте приготовим немножко кофе. Потому что почему бы и да. Мастер кофе. И немножко в харизму, да? Да. Игорь. Тоже решил с началом учебного года поздравить. Получил контракт с еще одним новым союзником. Ну, у нас 8 ранг, и мы теперь можем до 12 персон за раз держать. Нормально. Ну, школа. Ну, сегодня же школа началась. Здоровая миссия начинается со здорового стиля жизни. Фантомных воров даже на уровне вон премьер-министра обсуждают. Ну ладно. Ну, они союзники справедливости в конце-то концов. Oh,
Ну вот лето и кончилось, да. Ну, не могу поверить, что школа снова началась. Ну да, да, весьма неожиданное явление. Второй семестр начался. Ну, думаю, так каждый год, но разве это лето не было слишком коротким? Определенно. Здрасте. Следующий понедельник нас ждет школьное путешествие. Да, так мы еще и на Гавайи поедем. Ты разве говоришь по-английски, да? Немного, да. Футаба внезапно тоже со своим компом пришла. けどさ、俺たち学校も回答団の話でも打ち切りだし、テレビでミネヒもこのビッグウェーブ。確かにね、回答をお願いチャンネルもランキングとかすごいことになってるし。これか。お、なんだこれ。ナウで投票されまくってるから。こいつら狙ってきゃ。お前だったら何に使うよ。 金する回答なんて聞いたことねえ。双葉はいいの？お母さんと関係あるのに。よくない。そいつは廃人化の犯人。よく考えりゃ、もしこいつを改心させて自白が出れば、俺ら、その時はいっそ、そんな顔出し、あり？そうか。真犯人の自白が出る不審に隠れ続ける必要が。ちょっと。 Что получить информацию, можно обратиться к сестре Макото. Вряд ли она что-то расскажет. Если не можешь ее спросить, может, мы просто вытащим данные? У нее же есть личный компьютер или что-нибудь такое? 私特製の仕掛けが入ったストレージ、ぶっさせば内蔵ハードのデータ丸コピー、OSのアカパスとか関係なし。ただ本人のパソコンに直できそう。お姉ちゃんのそこまでするのは。お、またな。姉の本音を見てしまうのが。そんなこ。わかった。будем красть данные с Сайнижимы, значит, из компании.
Что? Я был в таблоиде? Пожалуйста, дайте мне еще время. Похоже, кто-то очень недоволен. Ладно, Макото будет разбираться с компом, а нам надо чем-нибудь заняться. Так, кто нас зовет потусить? Вот эти две. Так, а вот тут... А, ну да, это мы только читали. И Саджира. Ну, я думаю, насчет Саджира наш выбор. А, мне нужна доброта повышенная. Так. Нам нужна доброта, чтобы влезть в это. Поэтому мы пойдем... Нет, стой. Нам доброту прокачивать надо. Тут мастерство. Хорошо, а где мы можем доброту прокачать? Тут храбрость. А что, у нас нет вариантов, что ли, где-нибудь что-нибудь прокачать? А, и зачем я туда... Блин, я думал, мне предложат. Ай, блин. Ладно. Будем просто мотаться кругами. О, мы можем пойти пить книжку. Ладно. А, ну вот, нашу доброту можно прокачать в баре. Ну-ка, интересно, мы можем уже устроиться? О, нам хватило доброты, чтобы устроиться на работу, как раз мы сможем еще и реквест сделать. И доброту прокачивать. Будем теперь по ночам в трансбаре работать. Если тебе интересно, я буду твоим продюсером. О, еще и денег получили, неплохо. По воскресеньям ему нужна помощь особенно. Надо еще чуть больше поработать, чтобы получить информацию. Когда мы сможем получить ангельскую доброту, это ж, наверное, четвертый уровень. Когда мы ее получим, тогда сможем уже из Саджира поговорить дальше. そうだ。素敵なお店だね。そう言って近頃は怪盗団を支持する人たち、それより君のが例の体育教以外にあった生徒はどんな理由であり何かあったら言ってくれ。
Эти сидячего места не досталось.先生もやったんすか？私だって初耳。警察に聞かれても適当なこと言わないでよ。本当こんなんばっかで。あ、これもしかして聞いてるかもしれないけど、今事件のことで 学校に警察がまた、それで引率の先生の何人かが事情聴取、ちょうど修学旅行の人重なるのよ。聞いてます。でね、さっき職員会議で出た話なんだけど、新島さん、悪いけど、はあ、ほら、今年の2年受験で大変だろうけど、新島さんの成績なら大丈夫だと思う。心配いらないって。あなた以外、 Так себе из нее учитель. Семитр только начался, а уже какое-то безумие творится. Предлагают это Акечи изменить сердце. Сейчас опять будет в меня кидаться. Ну давай. А, мы увернулись. Харизму этим самым прокачали себя. Неплохо. Чем мы будем заниматься? О, здорово. У нас одна цель же в Мементосе, да? О, мы давайте как на руки сходим, а то мы все лето с ним не виделись. Может, еще что-нибудь полезное нам подкинет. Блин, наша связь не укрепится в этот раз. Ну ладно, раз все равно к нему пришли. А вечером тогда пойдем в эту, в бар работать, чтобы получить информацию о цели в Мементосе. И потом можно будет пойти сразу двоих забрать, когда получим всю необходимую информацию. Ну, как раз нам же надо доброту прокачивать.
Пока Макото будет красть данные, мы можем... О, нет. Мы пойдем работать. И прокачивать доброту, которая нам нужна. Замечательно. Что у тебя, твой босс опять тебя булит? Как мы получили его имя? Нана. Ну все, теперь у нас в Мементосе две цели. Мы теперь можем этим разобраться. Так, а что там по нашей доброте? Все еще надо работать над нашей добротой. Здорово. Ты выглядишь очень занятой. Иди приними ванну первой, мне надо поучиться. Вот, пока она в ванне, мы будем коварно с ее компа на винде красть все данные. Ой-ой-ой, она выходит, нехорошо. Ой-ой-ой, прям напряжение. О, всех успели. Это было прям волнительно, тревожненько. Работа. Она смогла выхватить все данные. Так, что нам за урок сегодня достанется? Поедем мы на Гавайи.
Окей. Король. Хамехамеха. Основатель Гавайев. Ну, понятия не имею. Просперите. Сегодня как раз после школы можно будет отправиться в Мементос. Или нет? Они поедут в Лос-Анджелес. В школе Юски. Я бы поехал в Лос-Анджелес. Интересно. Все ментальные срывы были не совпадениями. Все дела злодеи. Не только люди имеют нервные срывы. Водитель. Да. В апреле месяце же это он было. Я как раз закончу со всем анализом к тому моменту, как вы вернетесь из Гавайев и Лос-Анджелеса. И я требую сувениры оттуда и оттуда, как мою награду. Что ж, значит, ну я думаю, сегодня вечером имеет смысл пойти таки снова на работу, доброту прокачивать. А Мементосом займемся уже как первый попавшийся свободный момент это будет. Отусить зовет кто? Ивай и Акеч, обойдетесь. Что ж, на этом серия подходит к концу. Спасибо, что вы были со мной. И я надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.